Минувшие выходные принесли немало печальных новостей. Труп мужчины был найден в одной из квартир многоэтажки на улице Кузнецова. Сообщение о задымлении лестничной площадки на Кузнецова 16 поступило на пульт пожарной части в 18 часов 56 минут. Звонившей оказалась соседка, которая почувствовала запах гари. По прибытию к месту вызова двух пожарных отделений и автолестницы обнаружено сильное задымление и горение внутри помещения большой комнаты квартиры на втором этаже. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка помещений двух комнат и имущество, находившееся в этой квартире. При пожаре погиб мужчина 1970 года рождения, инвалид второй группы. Он проживал с братом, который в момент возгорания отсутствовал. Предварительная причина – неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.